Привет, мои дорогие! А мы продолжаем говорить про моего любимого мимика, ну как же без него? И вот, наконец, благодаря выходу «Руин» мы смогли многое узнать. А также подтвердилось то, что книги канон как грен, и тем никто не придерется. Так вот, что мы узнали? А именно, как происходит заражение человека мимиком, как использовалась маска Венни и для чего она. Плюс мы рассмотрим с вами, что такое MXES. Ака черный кролик. И почему он так связан с маской Венни. Видео получится небольшим, так как я хочу просто обсудить только малую часть всей игры. Так вот, начнем мы, пожалуй, с того, как именно Гличтрап может захватить разум людей. Ранее мы думали, что это всемогущий Алфтон. Потом мы смотрели на манипуляции, ну и так далее. Чтобы понять смысл всех моих слов, стоит начать с самого начала, а именно появление маски в руинах. Что происходит? Нас вынуждают взять маску Венни, и без вариантов мы обязаны взять ее у бота и использовать. Ранее, а именно в Help Wanted, показывалось, что через нее Ванесса разговаривала с мимиком. Как? Нам не ответили. Появлялась она также и в мини-игре Квест Принцессы, прохождение которой освобождает Грегори и Ванессу. Как? Опять же, оказалось, что все в итоге и получило свое объяснение. Как мы видим, по истории Грегори зовущий нас на помощь, и Хелпи — это мимик. Хелпи, который общается с нами сначала через маску, но потом вживляет в голову Кэсси чип. И через этот чип она видит Хелпи. И вот ответ на вопрос, как именно происходит захват сознания человека. Через чип, который вживляется через маску Венни. Так в итоге мимик попал и в голову девочки. Что, скорее всего, и послужило причиной, почему Грегори убил нас. Но оставил все-таки вопрос, почему мимик тоже пытался убить Кэсси. Но мы продолжаем. Именно так Грегори мог заразиться мимиком еще во времена событий книг «История Пиццаплекса». Он нашел маску, в него внесли чип, после чего под воздействием мимика начал делать очень плохие вещи, которые в итоге привели к смертям детей. Но прямо перед началом Security Breach кто-то освободил его разум. И сделали это через мини-игру «Квест принцессы». Это была либо Кэсси, которая не знала о мимике, пыталась помочь принцессе, либо одна из тех работниц, которая играла во все игры «Квест принцессы». Но она вроде не смогла включить третью игру. Так вот, именно так мы и переходим к Ванессе, которая тоже получила свой чип в голову. То, как с ней это произошло, сложно сказать. Появлялась ли маска после ее заражения мимиком или до, очень сложно понять. Но суть одна, далее она использует маску Венни. И хочу заметить, произошло освобождение сознания благодаря квест принцессы. Каким-то образом Кэссиди и этот чип взаимосвязаны с этой мини-игрой. И скорее всего системой безопасности MXES. Как видно по Security Breach и руинам, некоторые аниматроники не способны видеть того, кто в маске. Фредди не мог видеть, как и эндоскелеты. Также мир AR способен показывать, что иллюзия, а что нет. Все те части пиццаплекса, которые заражены мимиком, как и сеть безопасности, созданная для подавления мимика. MXES. Что это такое? Как сказал Грегори, это то, что создано для подавления мимика. Кто его создал? К сожалению, пока я не могу на это найти ответ. Это может быть и Эдвин, и кто-нибудь другой, даже Грегори. Черный кролик на протяжении всей игры направляет на нас аниматроников только для того, чтобы не позволить мимику выбраться. А тем самым мимик даже предпринимает попытки заглушить MXES, дабы тот не мешал Кэсси выключать систему безопасности. И в конце мы уже окончательно избавляемся от черного кролика в угоду мимика. Хочу заметить, что и сам черный кролик предпринимает попытки глушить маску Венни. Тот, кто его создал, определенно пытался сделать так, чтобы Ванесса не могла пользоваться маской, как и скрыть от всемогущего взгляда Ванни узлы безопасности, которые с собой представляют разнообразные предметы. Как это работает, даже я не понимаю. Но когда создан MXES? В самом начале истории? Или только после разрушения пиццаплекса? Ведь Венни могла передвигаться в ней ранее, могла создавать с собой помехи для Грегори, ведь в его голове все еще находился чип. Конечно, может быть и так, что оно создано именно после событий Security Breach самим Грегори и Фредди. Ведь, как мы помним, Грегори немного хакер. Это звучит вполне логично, но опять же, не факт. На этом все, напишите в комментариях ваше мнение по поводу появления мимика в игре. И как вы на него отреагировали. Пока-пока!